Я не могу это использовать. Thank you.
Доброе утро!
победа, но впереди... Неужели утерянный Харадримский свиток? Какая невероятная удача! Как последний живущий на этом свете Харадрим, я один могу понять его смысл. Что ж, взглянем на руны. Заключив Баала в теле Талраши, Харадримы запечатали магией его гробницу и отгородили ее от мира смертных. Они же создали мощные посохи и наделили их особой силой, способной открывать потайную дверь гробницы. Когда некий бесчестный маг едва не украл один из посохов, они для сохранности разделили каждый из них на две части. Деревянная древка и металлическое навершие, и спрятали в разных местах. Харадримы предвидели, что настанут ужасные времена, и устроили тайники так, чтобы они открывались достойным героям, вроде тебя. Собери обе части Харадримского посоха и соедини их в единое целое с помощью Харадримского куба. Тогда ты сможешь войти в гробницу Талраши. Чего хочешь? Говорят, сладость мести отдает горечью, но мне этот вкус по душе. В знак благодарности я попросила за тебя остальных жителей.